Ненавижу перелеты. Толпы людей, очереди, задержки рейсов. А я люблю 6 спокойных часов в кресле, никто не трогает. Дамы и господа, добро пожаловать на борт. Наш рейс проследует по маршруту Нью-Йорк-Лондон без пересадок. Часто летаете? На самом деле, постоянно. Федеральная служба воздушных маршалов США. Привет, маршал. Это секретный канал. Кто вы? Я буду убивать по одному человеку с этого борта каждые 20 минут. Некто угрожает убийством пассажиров каждые 20 минут, если 150 миллионов долларов не будут переведены на этот номер счета. Мы на середине маршрута над океаном. Как можно незаметно убить человека в переполненном салоне? Теперь ты мне веришь? Этой зимой! Дамы и господа, прошу всех пассажиров поднять руки над головой. Плохая идея. Маршал, мы имеем право знать, что происходит! Агент Маркс, переданный номер счета зарегистрирован на вас. Что? Ничего не понимаю. Это прикрытие. На самом деле цель другая. На высоте 12 тысяч метров спрятаться негде. ФБР, Белый дом и Интерпол подтвердили новость о том, что международный рейс захвачен воздушным маршалом. Внимание, ваш борт на прицеле у наших истребителей. Как слышите? У нас не осталось времени, вам ясно? Я не захватывал самолет. Я пытаюсь спасти его. Нон-стоп.